Раз и не два в интервью говорили, что мама Владимира Натановича является талисманом. Аншлага. Да, с вот первого дня она. Да, вот, ну, что значит что талисман? Это значит? Она должна присутствовать обязательно в зале? Она присутствует почти на всех наших больших съемках. Вот я даже не помню, какие большие съемки, чтобы не было в первом ряду Анны Юлевны. И когда... Ну, больше всего, между прочим, Винокур нервничает, когда она у нас на концерте, на съемке. До сих пор. Потому что после съемки она устраивает такую разборку. Разбор полетов. Да, она устраивает разборку. Не ту рубашку надел, не тот костюм. Почему не светлый, почему не... И не только по части костюма. И, конечно... Нравится, не нравится. Это реприза... Она же все-таки русский язык преподавала и литературу. И поэтому кое-что в номерах Винокура и ей не очень нравится. Ну, правда говоришь? Я, говорит, не учила тебя ненормативной лекции. Сказала! Вот это вам, и даешь еще девчонка от Бога. Могу в турне, могу и на банкет, ведь мне чуть больше, чем 17. Анна Юлевна устраивает разборку не только своему сыну. Да, и Регине. Мне разборки она всегда устраивает. По телефону. Вот это... Сначала хорошие слова идут. Да. А потом... Ну, она очень, конечно, тактична. Мне, говорит, неудобно сказать, но вот этому артисту... Вот, наверное, знаешь что? Вот ты скажи, вот... Со сцены это, наверное, не видать, а из зала видать. Вот ты ему скажи, чтобы он что-то... И дальше идет конкретный совет, который совершенно правильный. Принимается, да? Абсолютно. К исполнению. Самое смешное, и, ну, это трагикомедия. У нас девочка одна ножку подвернула сегодня. А на спектакль пришла мама с внучкой, ну, с моей дочкой. И я ей говорю: Настя, ну как, сможешь? Она говорит: попробую. Взяла и станцевала. Вот. Спасибо, ребят. Ну, в общем, у нас такая какая-то сложилась семейная обстановка на аншлаге, что мои все родные и близкие, и Тамара, и Настя моя маленькая была, она даже снималась. Снималась, да. Когда она еще совсем маленькая, да, помнишь, да, танцевала? Да, делала пару на Машу Распутин там. Да. Вот. Я думаю, что и мой внук Федя подрастет и придет к Регине, скажем. Он такой клоун вообще. Он... И есть фотография, по-моему, будущего с Федом. Артиста? Да, да, вот, вот такая. Сейчас Володя покажу. Мы, да. Посмотри. Угу. Смотрите далее. Тайное имя народного артиста. А чего у нас два Вовы Винокура, говорит маленький Вова? И его другие секреты. Мы можем вам сделать фиктивный брак бесплатно. Почему дочь Владимира Винокура плакала, когда увидела его сюрприз на день рождения? К 18-летию Насти подарок. Я ей решил сделать подарок. И откровение Регины Дубовицкой. Знаете, как его у нас в аншлаге называют? Он даже не знает этого.